Сотрудники полиции совместно с инспекцией Гостехнадзора проводят профилактические мероприятия на лыжных склонах в окрестностях города Дивногорска. Участковые уполномоченные отдела полиции номер 13 межмуниципального управления МВД России Красноярска и представители службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники города Дивногорска на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на охрану общественного порядка на горнолыжных склонах, а также на выявление нарушений регистрации и эксплуатации снегоходов. Поскольку выезд снегоходов на горнолыжные трассы представляет опасность для отдыхающих, правоохранители проводят разъяснительные беседы с водителями лыжегусеничных транспортных средств. Напоминаем, что за нарушение правил и норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования предусмотрена административная ответственность по статье 9.3 Кодекса об административных правонарушениях.